В мечети села Золотая Степь состоялся детский праздник. Он был посвящен благословенному месяцу Рамадан. В этот светлый день здесь собрались местные мусульмане, гости из соседних деревень, а также из Саратова и Энгельса. Аллах Субханаху ва Тааля нас сегодня собрал, мы благодарим Его. Я от имени нашего духовного управления мусульман Саратовской области поздравляю с сегодняшним праздником. В действительности это праздник для нас с вами, особенно праздник для наших детей. Рамазан – это священный месяц, которым Аллах Тааля обязал нас поститься. Такой праздник здесь проходит уже второй год подряд. В этот раз число желающих его посетить увеличилось вдвое. Примечательно, что в организации мероприятия принимали участие и сами дети. В этот день здесь были игры и конкурсы, викторины на исламские темы, показ мод и талантов, а также сладкие подарки и интересные творческие сценки. Детей наших местных привлекли, и ведущие наши девочки были местные, и в сказке, и в кукольном театре участвовали все наши местные дети. Но в этом году женщины других сел сказали, что мы тоже хотим участвовать. И вот все, что у нас получилось, это общими нашими силами. Особый интерес вызвал кукольный театр. Герои сказки рассказали детям о настоящей дружбе и заботе друг о друге. Такое представление пришлось всем по душе. Мне понравилась конкурс и сказка. Эта сценка была о дружбе, как ее же помог Мишке вызвать. Очень было интересно, много детей у нас было здесь сегодня. Очень положительный, поучительный праздник, особенно кукольный театр. В завершении праздника местный имам Мурат Кали Хазрат Бисенов поблагодарил всех за участие, а также обратился к родителям и призвал их посещать уроки по основам ислама и больше узнавать о своей религии. Расим Заитов, Тимофей Печерский, специально для Нур-ТВ.